Мы в Форте сделали карту. В ней есть кредит, рассрочка и зарплата. Но мы гордимся тем, чего в ней нет. Нет скучной рекламы. И необходимости ходить в отделение тоже нет. Нет CVV на карте. Да, только в вашем приложении. Безопасность. Нет 31 карты, только одна. Абонплаты нет, нормального ведущего в кадре нет. И повторюсь, ходить в отделение тоже не надо. Скачивайте приложение, открывайте карту в телефоне. Карта Forte Black. ATP Tour вернулся в Казахстан. В прошлом году турнир такого уровня проводился в Нур-Султане впервые. Прошлогодние участники вернулись на знакомый корт. Свой титул приехал защищать действующий чемпион турнира, австралиец Джон Милман. Прошла жеребьевка, мы узнали обладателей Wild Card. Основную сетку турнира возглавил 25-я ракетка мира Аслан Карацев. За трофей также поборются и казахстанские теннисисты, в числе которых второй серийный турнира и лидер сборной Казахстана Александр Бублик. Это дневники Astana Open, и мы начинаем. Посмотрим, что там происходит внутри. Но для начала давайте познакомимся и увидим, как выглядит наш теннисный центр. В этом нам поможет наш друг, участник прошлого года, Фернандо Вердаско. Фернандо, привет, как дела? Когда приехал? Два дня назад. Мы хотим попросить тебя показать нам, что и как здесь устроено. Ведь ты участвовал в прошлом году и все знаешь. Это информационный стол, где мы узнаем расписание тренировок, заказываем транспорт и сдаем ракетки на перетяжку. В общем, здесь нам помогают со всем необходимым. В этой части работают стрингеры. Меняют струны на наших ракетках. Моей здесь, к сожалению, нет. Каждый занимается ракеткой игрока. Мы как раз застали ребят за работой. Медиазона. Тут у нас берут интервью для прямого эфира. Вход на центральный корт. Вот так мы поднимаемся. Это тренажерный зал, где мы проводим разминку перед матчами. Давайте войдем и посмотрим, как это происходит. Вот мы уже в другой части. Это комната ожидания, где мы настраиваемся перед выходом на корт. А это корт номер один, где также параллельно проходят матчи. Здесь два тренировочных корта, которые мы используем также для разминки перед игрой. Это лаунж для игроков, где можно перекусить, взять кофе, воду, напитки. На диванах можно посидеть отдельно друг от друга, поговорить с тренером. Это ресторан, где мы обедаем и ужинаем. Вон там за столом моя команда. Здесь мы можем поесть в любое время, до или после матчей. Спасибо, Фернандо, мы всегда рады видеть тебя у нас в гостях. Участники турнира начали прибывать в аэропорт Нур-Султана за 3 дня до старта. Одним из первых прилетел действующий чемпион турнира. Джон Милман выдавал длительные розыгрыши и завоевал в Нур-Султане свой первый титул. Австралийский теннисист рад вновь вернуться на ставший для него удачным корт. Фантастика! Обожаю этот город. Испытал потрясающие эмоции в прошлом году, когда выиграл трофей. К тому же турнир проводился впервые, и тем особеннее он был. И как только я увидел его в календаре, не было ни капли сомнений в том, чтобы вернуться сюда и поиграть в хороший теннис. Тем более трибуны не будут пустыми. Организация в прошлом году впечатлила. Меня здесь тепло встретили. С нетерпением жду старта. Сейчас я наконец поеду в отель, отдохну. А с утра у меня тренировка с казахстанским теннисистом Михаилом Кукушкиным. Ну, во-первых, мы очень рады, что второй раз проводится домашний турнир. Вот, все-таки опыт первого раза показал, что турнир был проведен на высоком уровне. Это оценили абсолютно все игроки. Вот, и поэтому мы очень рады быть здесь. Сезон хороший для многих казахстанских игроков, для всех. И надеюсь, что
как говорится, один из домочадцев выстрелит на местном турнире. Причем будет и женский турнир после мужского, поэтому реально очень надеюсь, что за 2 недели кто-то из наших что-то выиграет. Я прилетел с Италии, ну вообще на самолете было много игроков, сейчас из Стамбула так собрались. Я с семьей прилетел. Очень много лет, конечно, играю, как я уже сказал, на этом корте. Самый первый раз это был 2008 год, так что очень много лет прошло. Конечно, очень много связывает меня с этим стадионом, с этим кортом. Воспоминаний, конечно, очень много хороших, потому что мы очень много матчей выиграли здесь, на Кубок Дэвиса. Также побеждал здесь на Челленджере несколько раз. Так что, конечно же, ожидания только самые высокие, потому что я, ну как и другие наши ребята, мы все привыкли побеждать здесь. Поэтому, конечно, буду стараться показать свой максимум. За день до старта квалификации традиционно прошла жеребьевка турнира. В целом для казахстанцев сетка сложилась интересно. Не просто будет Тимофею Скатову, получившему wildcard после победы в чемпионате Казахстана. Ему в первом круге противостоит 88-я ракетка мира Андреас Сеппи. Казахстанец Михаил Кукушкин сыграет с австралийцем Джеймсом Дакфортом. Джон Милман встретится с одним из победителей квалификации. Интересное противостояние предстоит между Фернандо Вердаско и Миамиром Кицмановичем. Победитель этой пары во втором круге сыграет с Александром Бубликом. В парном разряде выступит 5 казахстанцев. Дмитрий Попко и Тимофей Скатов получили wildcard и сыграют с парой Сантьяго Гонсалес и Андре Малдини. Андрей Голубев и Александр Недовесов встретится с австралийцами Джеймсом Дакфортом и Мэтью Эбденом. Александр Бублик вместе с россиянином Даниилом Голубевым будут противостоять паре Мунар Полманс. В этом году нам повезло получить также женский турнир, и у нас будет целая серия турниров. То есть у нас и мальчики, и девочки наши смогут принять участие на родной земле, показать свой теннис. Саша Бублик очень хорошо улучшил свои позиции в мировом рейтинге, поднялся, и теперь он вторая ракетка турнира. Ожидаем от него очень хорошего выступления. Все наши ребята хотят показать свой лучший теннис, далеко пройти по сетке. Саша Бублик хочет выиграть. Миша Кукушкин находится в хорошей форме. В принципе, все сборники хорошо подготовились, приехали заранее. Парная команда Андрей Голубев, Александр Недовесов тоже очень хорошо прогрессировали в этом году. Андрей сыграл финал Ролан-Гароса вместе с Сашей Бубликом. Сейчас стоит в топ-40 мира. Также Александр Недовесов выиграл 7 турниров Challenger и сейчас входит в топ-80 мира в паре. Поэтому пара должна показать хороший результат. Мы за них болеем, надеемся. Завершена подготовка, корты опустели. Ну а в первый день турнира состоятся матчи квалификации, где за право выступить в основной сетке турнира поборются казахстанцы Григорий Ломакин, Дмитрий Попко и Денис Евсеев. Пожелаем успехов и, конечно же, победы нашим теннисистам. Увидимся в эфире телеканала «Казспорт». Также дневники «Астана Open» вы можете посмотреть на YouTube-канале Казахстанской Федерации Тенниса. Любишь эпичные истории? А может, по душе взрывные факты? Или ты не забиваешь на спорт? Нравятся запутанные сюжеты? Или сюжеты, созданные природой? А еще горячие спортивные события. Смотри с подачи BTV в разделе «Премиум спорт» и сериалы с фильмами на любом устройстве. Билайн. Живи на яркой стороне.